Жители Чернушинского городского округа. Мы рады видеть каждого из вас на благотворительном концерте «Защитникам Отечества». Наш концерт организован по инициативе Центра развития молодежной политики и системы образования в поддержку мобилизованных чернушан, защитников нашей Родины. Наша поддержка важна для каждого из них. Именно поэтому целью сегодняшнего благотворительного концерта стала помощь в сборе денежных средств, которые пойдут на поддержку мобилизованных чернушан. Все финансовые средства будут перечислены на счет Чернушинской общественной организации ветеранов войны и труда. Мы благодарим каждого из вас. Ваше участие необходимо. На сегодняшний день наша страна переживает непростое время. Сотни тысяч мужчин покинули свой дом, чтобы встать на защиту страны и своей малой родины. Они берегут нас с вами, чтобы мы жили в мире, не зная войны. Не по долгий.
смертельная игра. Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда, по добродушью, иногда, не сразу, возмездие вздымалось, это да. Но жажды крови не было ни разу. А коли верх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей, когда бы не усобицы князей, то как бы ордам дали бы по мордам. Да только подлость радовалась зря, с богатырем недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить — вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною. Тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Бородино. И если тьмы тевтонцев иль Батыя нашли конец на родине моей, то нынешняя, гордая Россия сто крат еще прекраснее и сильней. И в схватке с самой лютою войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города-герои в огнях салюта в праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Мы теперь
администрация Чернушинского городского округа. Мы предоставляем слово заместителю главы Чернушинского городского округа по социальным вопросам Елене Егоровне Амелиной. Добрый день, уважаемые жители округа. От имени главы администрации Михаила Владимировича Шестакова я хотела бы сказать огромное спасибо сегодня нашей молодежи за эту инициативу, руководителю молодежного центра Ирине Ивановне Ясаревой, всей ее команде, команде Дома культуры нашего дворца «Нефтяник», всем вам за то, что вы поддержали сегодня не просто эту идею благотворительного концерта, тем самым вы поддерживаете наших защитников. Сегодня на территории округа с жителями делается очень многое. Операция уже длится определенное время. Люди помогали и помогают жителям Донбасса материальной помощью, оказывают финансовую помощь. А сегодня эта помощь нужна нашим солдатам. 162 человека, которые призваны нашим военкоматом, это жители, наши с вами сыновья,
наши с вами дети, мужья, братья, отцы, которые из Куиды нашего округа, они сегодня чувствуют эту поддержку. И средства, которые сегодня будут выручены с этого концерта, они тоже будут направлены для поддержки наших солдат. Всегда Россия была сильна не только своими сыновьями и защитниками. Она была сильна и своим тылом. Это доказала Великая Отечественная война. У нас с вами на территории округа и Уральский танковый добровольческий корпус формировался. И принимали детей-сирот из Ленинграда и Москвы. И я надеюсь, что эта доброта, человечность, она всегда была, есть и будет присуща русскому человеку. Я очень надеюсь, что все вместе, и те, кто сегодня защищает, и те, кто сегодня мы с вами помогают, обязательно достигнут того, чего поставила сегодня наша страна, наш президент. И мир обязательно будет. Спасибо еще раз всем огромное. Спасибо, Елена Егоровна. Россия – огромная страна, протянувшаяся от Европы до Азии. Только у нас можно найти такое разнообразие природы, которое не встретишь ни в одной другой стране мира. Если проехать через всю Россию, можно очутиться в тундре, тайге или тропиках. Часовые пояса будут меняться. Солнце будет вставать рано и светить целый день на юге России. А на севере может не показываться целыми сутками, когда там царит полярная ночь. Раз Россия – великая страна, и мы гордимся тем, что родились здесь. Российский край, моя страна, родимые просторы. У нас и реки, и поля, моря, леса и горы. И север есть у нас, и юг, сады цветут на юге. На севере снега вокруг, там холода и вьюги. В Москве ложатся спать сейчас, луна глядит в оконце. Дальневосточник в тот же час встает, встречая солнце. Российский край, как ты велик, с границы до границы. И скорый поезд напрямик в неделю не домчится. Звучат по радио слова, им дальний путь не труден. Знакомый голос твой, Москва, повсюду слышен людям. И рады мы всегда вестям о нашей мирной жизни. Как здорово живется нам в своей родной отчизне. Народы, как одна семья, хотя язык их разный. У всех и дочери, и сыновья своей страны прекрасной. И родина у всех одна. Привет тебе и слава, непобедимая страна, российская держава. В моей постели и простыни бел, а домов моих деревом запах над моими крышами небо синее, а за окнами солнце греет.
рациональна, благодаря народам, живущим на ее территории. И у каждого свои особенные обычаи, традиции и культура, которые так важно беречь. В них мудрость наших народов, передаваемая из поколения в поколение. Сердце и душа, Русь моя многострадальная. Ясное утро завтрашнего дня, честь, хвала тебе, славушка, мать российская земля. Thank you.
главной поддержкой человеческого духа была и остается вера. Вера в ближнего, вера в народ, вера в правильность выбранного пути. Она помогает человеку быть сильней, не падать духом в тяжелые времена. Распустится первый весенний цветок, и я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток, окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и что-то большое откроется сердцу, такое, что живой жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной по имени спросила, что она для тебя, страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Начиная, кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя даешь, и ты знаешь, что она за тебя, что она, что родная. Россия — это мы. Yeah.
Россия наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России, через множество войн, самых близких теряя, ты своей шла дорогой, ни с чем не сравнимой, потому что характер ты одна, потому что такая. Необъятные просторы и земли богаты, веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди. Россия, Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия будет. Россия — непобедимая страна. После каждой кровопролитной битвы она оживала снова, восставала буквально из пепла и становилась еще сильней. Сегодня на территории Украины проходит специальная военная операция, и наш долг помочь тем, кто отправился на поле боя. В Чернушинском городском округе никто не остался равнодушным. В городе открылись пункты помощи. Жители и трудовые коллективы активно участвуют в сборах вещей. И это не может оставаться незамеченным. Ведь сейчас землякам как никогда нужна наша поддержка. В рамках благотворительного концерта мы собрали 106 тысяч 900 рублей. На эти средства будут приобретены необходимые вещи для мобилизованных граждан. А для тех, кто желает пожертвовать большей суммой, например, как это сделали учащиеся 5 Б-класса гимназии, в фойе Дворца культуры «Нефтяник» расположен специальный ящик. Давайте вместе сделаем вклад в наше общее дело – дело помощи защитникам Отечества. Мы помним, сколько невзгод выпало на долю нашей страны. И в нынешнее время уверены в том, что наши земляки пройдут все преграды, подняв над миром знамя света, добра и справедливости. Это подъезд! Забрали куда-то, прямо из военкомата. Увезли вдали, автомат в руки дали. Ты
прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен. Так же, как все. Не знали, что парня в армию забрали, но я в письме первом напишу все непременно. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, не служить должен. Так же, как все. Мамка, опять вернусь я на гражданку, ты поймешь сына настоящего мужчину. Ты поверь, мама, я не зря такой упрямый, ведь я служить должен. Так же, как все. Уважаемые зрители, внимание на экран.
дорогой солдат, сегодня ты находишься на фронте. Ждут тебя родные, близкие друзья. Так случилось. Мужчины ушли. Побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон. Растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей. И холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней в добрый час, в добрый час, в добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины. А потом возвращайтесь скорей, ивы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристани. Где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою, и как ребенок с детворой, и как ребенок с детворой, ты лепишь бабу снежную. Там нет меня, где пароход в ночи надрывно прогудел, где понимает небосвод, где понимает небосвод, что без тебя осиротел. Я только там, где нет меня, вокруг тебя невидимый. Ты знаешь, без тебя ни дня, ты знаешь, без тебя ни дня прожить нельзя. Ноченька приплыла к нам с того берега. Что не так и зачем я так хочу бежать? Долго ли лодочка
плыви, плыви, больно мне, помни. Я хочу лететь, чтобы высоко и вниз не смотреть, и за руку тебя, милый мой, заберу. Ты оставил мне след, по которому я буду лететь, и за руку тебя, мой родной, заберу я с собой. Как узнать, что на сердце у тебя, родной, милый мой, сказкою превратились наши дни с тобой. Целовал каждый вечер мои ручки, говорил я с тобой, не разлей вода, больно мне, помни. Я хочу лететь, чтобы высоко и вниз не смотреть, и за руку тебя, милый мой, заберу я с собой. За много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без ус их не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей!» «Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала. Вот-вот сейчас в окно, посреди тревожной тишины,
постучится сын ее с войны. Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок. Словно по кругу привычная гонка, так бесконечна война. Сидит за баранкой машины девчонка, только не знает она, что будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Знаки дорожные, улицы запружены, где Кишинев, Бухарест. А над Калиною кружится, кружится черный дюралевый крест. Под этим крестом, как под тем кругом ада, теряя друзей и подруг, ходила и ездила не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И чтоб был мир месяц май, и что был путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слези. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Салют осветленный лиц, по-детски восторженный взор. И к этой победе смогла ты пробиться, девчонка, военный шофер. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой, и защемит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слезит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь. Наши солдаты вновь идут через испытания, через дым и пламя сражений, заслонив собой свой народ, своих братьев и сестер, свой дом. Во имя славных народов, которые помнят свою историю и чтут память о предшествующих поколениях. Но, к сожалению, ни один бой не проходит без потерь. Чернушинский городской округ склоняет голову в светлой памяти о сильных духом героях, погибших на полях сражений. Они с доблестью и честью отдали свою жизнь за Родину, за наше с вами завтра. Почтим их память минутой молчания.
проходе. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с утра на рассвете, встать и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Хочется жить, как мне напишут газеты, взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить. Случится небо, запылает.
солнце светит всей страны под этим небом синим, что объединило на века, на века народы всей России. Из далекой глубины веков, надирая мощь свою и силу, с материнским мы питали молоком сохранять и защищать Россию. И если вдруг случится, небо запылает над тобой, мы с тобой, мы с тобой, Россия. Мы страны великой, дети, нам не страшен бой любой. За тебя, за тебя, Россия. С тобой, за тебя, Россия. Сколько бед и зла пережить ты смогла. Оставайся такой же, как прежде. Ты радость и боль, навсегда мы с тобой. Наша Родина, наша надежда. Важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это чувство подобно большой реке. Это исток, маленький ключик, с которого все начинается. И уже из него вырастает огромная любовь ко всему, что умещается в одном слове «Родина». Малиновый звон на заре,
но я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон. Что я в нее с детства влюблен, как в этот малиновый звон. Патриотом значит быть преданным Родине. Примером патриотического воспитания является военно-патриотический клуб «Полигон». Ребятам с малых лет прививают верность своему Отечеству. Нашу волю не сломить. Россияне выбрали свой путь, и ни одна вражеская сила не заставит нас повернуть назад, преклонить свои колени перед нацизмом, завистью и злобой. За нами правда. За нами сила. За нами будущее. Большеглазых, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, в городах и селах. Над тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями выгнет спину.
настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые окрасы. Вместе дружная семья, слой мы, 100 тысяч я. Над тобою солнце светит, льется с высоты. Все на свете сможем я и ты. Я прижмусь, земля, к твоим березам, я взгляну в глаза веселым грозам и, смеясь от счастья, упаду в твои цветы. Обняла весна цветная ширь твоих степей. У тебя страна, я знаю, солнечна в судьбе. Нет тебе конца и нет начала, и текут светло и величаво реки необъятные, как песня о тебе, как будто праздник. Будут на тебя звезды удивленно смотреть, будут над тобой добрые рассветы гореть, полнеба в синей вышине. Птицы будут радостно петь, и будет песня звенеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, стоим мы, 100 тысяч я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, стоим мы, 100 тысяч я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, стоим мы, 100 тысяч я. Я, ты, он, она. Спасибо вам, неравнодушные зрители, за участие в благотворительном концерте. За помощь и поддержку землякам, которые сейчас защищают нашу Родину. Ведь нет более высокой цели, чем защищать свою страну, свой народ, своих соотечественников, родных и близких людей. Мы желаем всем вам сил, терпения и мирного неба над головой.